Всем привет! Мультиовощная запеканка, ингредиенты вы видите. Ну, постепенно я о них буду говорить. Хороший способ. Ну, давайте смотреть и потом давайте делать. Примерно 350 граммов капусты нашинковал. Я решил ножом все это делать. Ну, где-то 100-120 граммов замороженного перчика сладкого. Тыквы тоже 300 граммов где-то. Она была измельчена, еще пропущена через кухонный комбайн еще вчера. И у меня много тыквы в кастрюле, и я в течение недели в разных блюдах ее использую. Примерно 300 граммов. Две луковицы мелко нарезал. Петрушки некоторое количество, а одну морковку и пару картофелин натер на терке. Ну, получается вообще так нормально. Черный перчик, общий вес овощей где-то 300-500 кило. Соотношение может быть на ваше усмотрение разным. Классная штука, вот сейчас я использую, приправа итальянская кухня. Что не классного? Измельченные вяленые томаты, это уже здорово, и чеснок есть. Примерно столовую ложку я использовал. Посолил смесь. Налил растительное масло, ну, может быть подсолнечное, или у меня смесь подсолнечного и оливкового. Миллилитров 50-60. Буду использовать еще и сыр. Количество сыра может быть тоже разным. От 0, то есть не обязательно использовать, и до 300 граммов. Вот где-то 300 граммов я использую в этот раз. Сыр полутвердый, но очень вкусный. Киприна. Четыре яйца. Соль. Немного воды, чтобы яичная смесь была более текучей. Открою секрет. Вот эти манипуляции я провожу через несколько часов после того, как овощи заготовил. Ну, то есть их можно приготовить утром, нарезать все это, нарубить. А вот эти манипуляции уже производить вечером. За 10 минут все завершить, всю подготовку и отправить в духовку. В общем, я залил яичную смесь. Теперь делаю жидкое тесто. Кефирное. Пол чайной ложки соды, а кефира 300 мл. Муку постепенно добавляю, смешиваю, размешиваю. Но не взвешиваю. Ну, потому что по состоянию, по густоте смеси ориентируюсь. Ну и всего где-то использую 220 граммов муки использовал. Примерно. Чтобы получить нужную консистенцию. А какая она, нужная консистенция? Ну вот такая. Ну, густая, но текучая. Отправляю все это дело к овощам. Духовка разогрета до 180. Все смешиваю, размешиваю. Пару
пробую на соль, если надо, добавляю соль. Противень выслан бумагой для выпечки. Отправляю все это дело на противень. Довольно жидкая получилась смесь. Буду ее выпекать 40 минут. И она перестанет быть жидкой. Ну и будет классная овощная запеканка. Сорок минут прошло, вот она запеканка перед нами, перед вами. Сыра в этот раз я действительно много применяю. Ну, по-разному делаю. Иногда могу 100 граммов добавить, иногда 200, а сейчас, ну, наверное, 250, а то и 300 добавил. Посыпал тимьяном, потому что сыр и тимьян дружат. Прошелся еще маслом. Вот так, немножечко. Посыпал, можно кунжутом, можно чернушкой, черный тмин. А можно вообще ничем не присыпать. И отправляю в духовку, ну, на 5 минут жар сверху. Сыр расплавится, и все будет замечательно. Ну вот оно и произошло. Ну немножко, минут 15-20 подождал. Режу и подаю. Ну, сделать это очень просто. Ну, не скажу, что мгновенно. Мгновенно не получится. Но просто. И получается классная штука. Рекомендую. Всем приятного аппетита. Пока.